в ловких и мощных руках Петра Дмитриева находятся. Останавливаясь посекундно сфотографироваться тому, этому дать автограф. Все-таки настаиваю. И я надеюсь, уже и сами девушки в это поверили, что нынче триумф и триумфаторы в прямом эфире НТВ+. Прошу. Но уже очень приятно, что вы улыбаетесь, потому что мы прекрасно видели ваши эмоции, очень сильно за вас переживали. Но сейчас уже чувствуете, что вот же они, это же олимпийские медали. Ну, не верится, что вообще мы сейчас на Олимпиаде стали вторыми, и вот держим медали в руках. Можно потрогать, тяжелые? Да, очень тяжелые. Какие вот еще ощущения? Вот смотрите на них, все-таки больше радости уже сейчас, я надеюсь, да? Ну, сейчас уже, да, поначалу обидно было то, что могли, но не получилось. Но все равно мы очень довольны. И слезы, и радость, все вместе переполняет просто. Эмоций просто невероятно много, поэтому тяжело объяснить сейчас состояние, да. Ну, просто необъяснимо это. Надо чувствовать. Сердце колотится еще прилично, я думаю, да? Да нет, в принципе, я думаю, уже все успокоились, да. Все хорошо. Просто эмоции сейчас. Сегодня так будете спать, наверное, медальки-то рядышком положите, да? Как вы догадались? Я мысли, наверное, теперь будем. Да, когда снимете, даже непонятно. Ну, только когда уже опять надо будет выходить на соревнования. Правильно, и уже когда золотая будет, тогда и золотые поменяем. Ну, удачи вам, нужно восстановиться и прийти в себя еще к многоборью и к личным финалам. Мы будем за вас очень болеть. Спасибо. Спасибо. Ну вот, собственно, и все, вы видите.